Эй, приветствую всех, дорогие друзья, с вами я, Святогор, и со мной сегодня мой друг Ярополк, и сегодня мы славянский игровой патруль, мы, так сказать, мужским составом сыграем, только мы играем только мужские игры, нормальные такие для мужиков, суровых ребят, завода, которые как бы хуячат для своей страны, чтобы вывести победу и мировое лидерство по изготовлению пельменей во всем мире. Начинаем играть в игру Root of Patch, где нужно хуячить и строить жизнь своего, так сказать, народа славянского арийского братства. Вперед! Синхронизация между игроками началась. Нормально. Кто-то присоединяется, кто-то синхронизирует. Да, ну его. Нормально. Сейчас. Добежим друг к другу, обнимемся, так сказать, и все, начнется. Ну, Нового года. Наша первая зима на этой земле. Ничего себе. Почти подошла к концу. Клан возвращается домой с горной вершины. Жили в горах. Игрок, ты куда уходит время? Трудно поверить, что твой обряд посвящения уже так скоро. Иногда кажется, что мы тебя только вчера нашли. Видимо, несчастливое детство было у нас. Могу поспорить, что у тебя будет самый крутой тотем из всех. Это само собой. Старая бабка. Не исключено. Я даже сейчас ощущаю в тебе что-то особенное. Бра. Как же мне хочется, чтобы зимний фестиваль заканчивался. Я не хочу идти спать. Ничего себе. Походу на веществах сидит. Это мы осуждаем. А-та-та. Ну, еще одну историю. Ну, пожалуйста. Тетя. Ладно, но только одну. Как бы леший с тобой. Расскажи, как мы впервые здесь поселились? Ну, ты об Зирм так интересно рассказываешь. Ну, что-то уже, конечно, малой поплыл. Так, тетя начинает вещать. Однажды, когда в студеную зимнюю пору, летнее солнце еще горело. Нас своими лучами согревало, там, так сказать, это самое. Мы выбирали день для следующего обряда посвящения. Вук, наш великий шаман, спросил света духов, но получил от них странный ответ. «Вы должны переселиться», — сказали духи. Ни один человек из клана не осмелился бы перечить духов. Но Вук не был обычным человеком. «Почему же?» — спросил он. «Вам предстоит отыскать одно дерево далеко на востоке». Что очень странно, не славянское что-то тоже. Сообщили духи. «Если останетесь здесь, не можете уберечься от опасности». До того не знали ни о каких деревьях, паче на востоке. Так наш предводитель оказался перед сложным выбором. Так наш предводитель... Так это уже было, да? Либо отправиться в неизвестные земли, либо ослушаться духов и накликать на себя их гнев. Ну, это не по-славянски, все-таки... Ярополк, там надо все это почитать. Духи, свет, солнце. Но одно не всегда могло нас рассчитывать, нас. А-та-та. Ну, на поддержку своего клана. Тетя говорит, как бы, мы собрали все свои пожитки и двинули, как бы, кони. Шли-шли. Вскоре уже и листва. Поменяла свой цвет. Но нужное дерево мы так и не нашли. Видите, ну, как-то не очень не ходить умеют. Замерзшие и усталые, мы скитались по саванне. Африканцы, как, не зная, почему она белая. Насколько еще нам там хватит сил? Наш шаман был силен, но и сильные порой ошибаются. Быть может, ошибся и он. Ну, надо ж на кого-то скинуть, сразу видно, что-то там америкосовское начинается. «Под нами вдруг задрожала земля», говорит тетя. Земля зловеще загудела, застонала, деревья зашатались. Никто не сомневался, что это был какой-то важный знак. Какой? Только как его правильно истолковать? Ну и я про то же, что вы там знаете про знаки-то эти. Обратный путь был перекрытым, да и зима уже должна была наступить со дня на день. Вернуться мы не могли. Потому решили, делать-то у нас все получается лучше всего когда-то. Бра. «Работа сообща», — говорит он. «Ну, как бы да, тебя мы, негр, заставим работать.
Одни занялись простой постройкой убежища, другие начали запасать еду на зиму. И тут Вук решил нас покинуть. Заметив его отсутствие, Дункан Маклауд и Гаргар отправляются за ним в близлежащий лес. Наш шаман места себе не находит. Неужто он и вправду убедил других покинуть свои дома только для того, чтобы оказаться вместе с ними в ловушке на чужбине? Что-то это... Но потом... Чё? Они его нашли. Ой, свету, блин, слепу, свету, слепу бросили. Вот это, конечно, да, друзья. Мультик качественный показывают. Дерево. Мы были дома. Ну да, вы еще... Roots of Pacha. Название игры. Если кто не знал. Все. Спим. Но скоро проснемся. Какие-то индейцы. Нифига ты, конечно, моднявый. Игрушка. Хорошо, что ты не спишь. Наконец пришла весна. И то верно. Мужская грудь моя резко напряглась. У меня есть идея. На первый взгляд она может показаться странной, но думаю, сработает. Хочу попробовать посадить семян дикорастущих растений прямо здесь, в наших полях. Только их придется для начала перебрать. Там немного работы. Или много, говорит его старая кошелка. Или много, говорит теперь он. Ну, правильно, повторять за ней так... Как жаль, что не могу тебе помочь, но ты же знаешь, кости уже не те, что раньше. Ничего страшного. Игрок, я уверен, ты сможешь как-нибудь помочь. Ты же всегда всем помогаешь. Спасибо, сестрица. А, так это его сестра. Ну, тогда не его кошелка. Чат-то другая. Ожидание, ожидание Гаргара. Что-то Гаргар там заожидался, видимо. Да. Ща. Ох, дары, выносливость, инвентарь, дымовые сигналы, карты, действия, первый земледелец, семена. Такс. Добыча пошла, одним словом. Морковка. Так, теперь... с водой есть. Это да, это хорошо. Надо семена найти. Шоп. Я уже два посадил, ищи. Агрокультуру и заняться. Ух ты, какая карта здесь боевая. Серьезная игра. Без всяких этих ваших. Так, ну я пока что бегаю, там ничего нету. Ой. У воды детишки играются. Утопи их. Зачем? Вур. Жду не дождусь обряда посвящения. Тира наверняка наготовила сладостей. Ну, пожрать, короче, хочешь. Так, бра. Замечательно, что твой обряд посвящения проходит у самого большого дерева. Пачи из виденных мной. Да, кайф. А-та-та. Не понимаю, почему не могу пойти обряд посвящения в одно время с тобой. Ну, наверное... Я здесь много чего делаю. Ну, чего сидишь? Срёшь иногда, наверное. Ладно. Ой, что это за вода? Бить нельзя. Печально. Пока в этой игре самое интересное, что есть. Так. Ищем какие-нибудь семенные семяны. Но пока ничего не находится.
О. Вон Ярополк, походу, что-то забивает. Сразу видно, наш человек. Мы сильны, потому что работаем сообща. Это разумеется. Куда же славяне-то они? Ого. У них все сообща делается. О, черт нашел. Цитронеллу какую-то. Ну все. Генгар обнаружит рыбу дикобраз. Молодец. Че, как девка сидит? Вода. Ну, как бы негр скорее, чем вода. Интересно, что чаще мы сможем найти, когда освободимся? Да, не знаю, что-нибудь найдем. Какашки там каких-нибудь животных, ягоды обосратые тоже. Тебе лишь бы говна найти. Ну, это природа. От нее-то никуда не деться. Надо понимать. Главное не найти, так сказать, злых людей. Дадут они нам тырулей, так сказать. По-нашему, не по-славянски это будет. Так, камень сюда не поменяется. Я, короче, бегаю, шо пока ищу. О, ракушку найдем. Работаем сообща, само собой. Перенесите в дар что-то там. Было перенесено. О, еще люди. Рыбалка. Чтобы начать рыбачить, зайдите в воду, используйте топорик. Конечно, логично, да. Нажмите курсор на рыбу, чтобы запустить мини-игру. Продолжайте держать курсор на рыбе, чтобы полоска внизу заполнялась. Полоска внизу показывает шанс поймать эту рыбу. Вы можете попытать свою удачу в любой момент. Или же можете подождать, пока полоска заполнится до максимума. Если рыба вас заметила, уберите курсор за пределы активного круга, пока она не успокоится. В любом случае, она просто уплывет. Вот так вот, можно, так сказать, ловить рыбку. Довольно забавное такое мини-озерцо. Рыба при этом приплывает фиг знает откуда. Так, так, так. Фига себе, под камнями плавает. Вот это тут рыбы, конечно, древние. Понял. Опасные сволочи могут быть. Тоже дикобраза поймал. Хорошо. Кстати, старина, смотрю, тут этот стоит рядом. Пока поработаем. Нужно поговорить со всеми членами клана. А, тогда ладно. Раз такое дело, надо пообщаться. Так. Какие у тебя семена уже посеяны? Интересно, может, поблизости есть еще? Сказал Игор. Так, пойдем еще кого поищем. Генгар обнаруживает помидор. Ну, нифига себе. Скоро будем пиццу делать. Так. Акра. Я уже устала прокладывать тропинки, но ты, если хочешь, то можешь продолжить несколько штук для полей. Ого, траву дала какую-то. 10 травы дала. Открой свой инвентарь. Ага. Изготовление предметов. Этот слот можно использовать для предметов. Находясь в инвентаре, выбери пустой слот или специальный слот для изготовления предметов. Требуемый предмет. Деревянный пол. Пол. Выбери предмет, который вы хотите изготовить, и найдите все необходимые для этого компоненты. Инструкция по изготовлению новых предметов будет появляться по мере процветания клана и появления новых идей. Ага. Короче, у нас ребята тут все идейные. Так, это инвентарь, да? Инструменты. Ага. Мешок с семенами. Томаты есть, помидоры. Характеристики. Пояс. А вот изготовление предметов. Венок можно. Пол из... Угу. Каменный ящик можно. Ящичек сделать даже так. Понятненько. Ну ладно, пока мы этим не будем заниматься. Пока пообщаемся он со славянином другим.
Кролл. У детей все мысли об обряде посвящения. Я просто хочу, чтобы они не забывали о своих обязанностях. Ну, тут я с тобой согласен. Если дети, то тоже должны херачить. Так, для вас Рон. Ну, смотри, ирландец, похоже, какой-то. Не хочешь сказать, что тети жульничают, но старушка слишком шустра для своего возраста. Ну, по-любому. Тетя. Хочешь попробовать сыграть у Кости? Серьезно, такой есть, давай. Просто брось камень и подхвати Кости, пока он не упал. Посмотрим, сможешь ли ты забрать 8. Бросить камень. И чё? Если хочешь поиграть позже, буду здесь некоторое время. Я ни хрена не понял. Давай еще раз Кости твои сыграем. И что изменилось? Понятно. Ничего. Нормально у них такая хибарка-то. Со старичком. О, кто ты? Для вас Джак. О, индеец. Вуку не нужна помощь. Поэтому я попытаюсь тут все расчистить. Молодец. Так, можно на Ж нажать. Работа сообща. Это вроде бы выполнили. Первый земледелец. Но это выполняется. Обряд посвящения. Это потом. Все. А, то есть уже все. Разговаривать не надо ни с кем. Нет, есть еще вон. Обряд посвящения называется. Поговорить с кланом. 20 из 27 еще. Еще осталось. 7 людей. А, это у нас отдельное. Мне вообще нужно еще 17. Его. Короче, много людей надо обойти. Так, тут есть кто? А. В этой хибаре никого. Так, а карта на Мэ. Блин, да они все ж вон. Собрание, походу, танцульки. Рис. Рон любит играть в кости. Пусть даже тети каждый раз разносит его пух и прах. Тебе тоже стоит рискнуть. Я слышал, что тети подарят каменную штуковину тому, кто у нее выиграет. Что-то как сомнительно. Что-то, по-моему, на людей наебывает. Джак. О, Джак, походу, этот из этих гармосеков. Нужно решить, что надеть на церемонию. Да нахуй ты ж мужик. Наверное, это. Что с тобой не так? Вода опять. Да с тобой мы говорили уже, иди в пень. Так, Джилл. Джилл Рот. Я думал, это баба. Ладно, мужик. На свой обряд посвящения в качестве подношения принес свой первый инструмент. Своими многочисленными талантами выбрать было совсем непросто. Понятно, ЧСВшное чмо. Так. Мана опять негр. Я уважаю трудолюбие, но Нок уже приготовил блюдо. Не знаю, что он там еще готовит. Наверное, крылышки КФЦ. Илой. О, это мы знаем. Давненько не рыбачила с Фрером. С ним очень весело. Ну, не знаю. Если он не наркоман, то вполне возможно. Гарик. Вук твердит, что сегодня ему не нужна помощь. Утром нам придется перетащить много тяжелых грузов. Это да. Идите таскайте грузы свои. Так, а вот самое-то интересное. Есть ли какое-то помечание, с кем я говорил, с кем я не говорил? Если нет, то, конечно, я раз... Что тут? Карта прогресс, мне это не надо пока. Так, обряд посвящения. Угу. То есть вы мне не скажете, да. Жестко. Это жестко. Спать иди. А я где? А, понял. Так, а тут время. А, белые вот эти штуки, да, наверное. Белые пятнышки. Так, ну бегу. Можно бегать, как-то я забыл. Нет, ты и так бегаешь. Вроде бы. Хорошо. Стандарт. Это хорошо тогда. Сучара, мог помочь мне полить все растения. Не съебался. Сам сказал, иди спи, я иду спать.
Не православные это. Ну, мы славяне-то, древний-то народ. Что нам это все это? Наш бог, он как бы там этот, там тот самый света, солнце несущий. Славяносный. Да, именно так своего бога называют, славяносный. Да. Ваше посвящение. Клан проделал долгий путь ради этого дня. Нормально, клан. Главное, что он не наклал. Ага. Какая-то яма. Вука. Когда я впервые спросил Пачу об этом дне, она сообщила, что нам надо оставить прежний дом. Нам пришлось долго скитаться, но в конце концов мы получили от нее награду. Это безопасную плодородную землю. Она многим одарила нас. Сегодня же мы почтим ее, приняв беды. Ее беды. Сегодня, когда наша тотема готова показать свои возможности, на наши плечи ложится большая ответственность. Служение земле, духам и своему клану. Давайте начинать. Ибон, Фрер, Нок, чем вы подкрепите свой обед? Камни Пачи открыли мне магию звуков. Сегодня я сделал подношение, свой первый... Немножко, думаю, это женщина, инструмент. Блин, это вроде на бабу похож. Ибон, твоя музыка звучит громче, чем рев дикого зверя. Дух, хранящий тебя, пещерный лев. Фрер. Воды Пачи приучили меня следить за перемещением рыб. Сегодня сделал подношение, улов, которым Пача одарила меня этим утром. Нормально. Фрер, на берегу рыбы ты показал, насколько ты терпелив. Твой животный покровитель медведица. Логично, кстати. Нок. Что у него за шип из плеча торчит? Пачи научила меня искусству смешивания разных ингредиентов для приготовления лакомств. Сегодня я хочу взять подношение свое лучшее блюдо. Нарезанные помидоры. Нокс, мне знакомо только одно существо, которое полностью разделяет твою страсть к еде. Твой дух-покровитель кабан. Пожрать любит. Только зачем мы все это смотрели, непонятно. Дункан Маклауд, Гаргар, чем вы подкрепите свой обед? Так. Так, который обеспечивает выносливость на целый день. Неплохо. Цветок растущий и крепчущий, как дружба. Че? Цветок? Рыба, которую мы почти удалось поймать. Растущие семена, которые мы собираем и употребляем в пищу. Ты вот что хочешь? Я уже выбрал. И что? Не скажу. Как с настоящей Словении, выбери свое. Да. Покажи, чем ты подкрепишь свой обед. О. Дунка Макалган, чем вы подкрепили свой обед? Понятно, Словения. Понятно. Думаем одинаково. Славяне. В награду Пачу решила вашу харизму. Бонус проведения бесед с жителями поселка. Вот это по-славянски. Уже много пока и духи зверей указывают нам пути следования. Вы бы у людей бы спросили, куда вам следовать. Однако в те дальние времена, когда Пача только сотворила людей из звезд, именно ее древний дух стал нашим первым учителем. Ну, понятно, что вы тут курите. Все, что найдете, судя по всему. Этот дух сейчас возвращает дерево Пачи. Ничего себе, сама Пача она защищает. Какими бы ни были замыслы Пачи, не забывайте, что мы с вами. Ну, на созвоне, так сказать, давай. Пока. Да. О! О! Слышь ты, ука-бука. Древний дух, очень могущественный тотем. Думаю, мне есть над чем помедитировать, само собой. Так, с Ататой мы разговариваем. Хорошо, ты смотрелась, ты тоже. Да-да-да. Еще один Брайта. Удивительно, вы тоже видели свечение тотемов? Нет. Вур, Ира приготовила сладости, обязательно попробуй, молодец. Для вас Дари.
Дари, опять негр, кстати. Ну, мои поздравления, тотем дерево Пачи, это потрясающе. Да. А ты кто? Для вас груб. Груб. Уж не знаю, радоваться ли мне, что у Пачи есть планы насчет нашего клана. Нормальный мужик, сразу видно. Что нормальный, в смысле. Так, с Джерордом мы разговаривали. Ты кто? Акра. А я смысла с ними говорить, квеста нет тоже. Серьезно? Да. Он походу, тоже... Я должен, смотреть, выполнить, типа, да, обряды с... типа, за один день. А ты успел? Нет, у меня было 23. И все, типа, было 4, я так и не помню. В лесу, наверное. Можно идти направо и вернуться куда-то. Тебя ждут только теперь. Ну, в деревню, очевидно, да. Мне нужно сначала, чтобы с этой Тирой поговорить по квестке. А. Если сейчас тут будет справа. Да, вот она сидит. А, точно. Для вас Тира. Иди развлекайся, уберем тут позже. Нормальненько. Это был могучий квест. Что ты делаешь? Че, говорю, сын, для вас Ибон. Ибон. Она хочет, чтобы мы следовали зову сердца, верно? Ну да, Ибон. Возможно, так. Зову сердца. О, а, ну с тобой я говорил уж. Ты мне не интересен пока, дружище. Ты стой дальше с копьем. Приближение к животному лесу. Ага, новая идея какая-то. Слушай, хорошая идея приближаться к диким животным в лесу. По-моему, со всеми, кто здесь есть, я в любом случае уже поговорил. Большинство куда-то свалило. О, кто ты? Для вас Джизу. Джизу, кажется, в этих землях и правда есть нечто особенное. Ну, возможно, возможно. О, ты кто у нас? А, Гариком я уже тоже общался. С тобой тоже общался? Нет. Рая, Афрер. Мне нравится место, где мы живем, и не только потому, что оно окружено водой. Но это тоже хорошо, да. Да, змею поймал, да? А нафига? Просто так решил половить. Пойдем обратно в этот поселение. Сейчас. Ты можешь там пойти поговорить с водой в поселении. Она тоже какую-то идею даст. Вода? А я пойду с Окой поговорю, да. Ничего себе. Ими так и зовут. А, это баба, поговорю. Ты имеешь в виду вода, которая. Да, а я с Окой поговорю. Понаберут дурных имен, а потом ты еще и с этим мучайся. Это в квесте есть, если что. Хорошо. Так, ока, вода. Так, вода это у нас... Тебе вода нужна, да. Негр. Надо найти на карте, в принципе, можно. Ага, она в самом верху, все. Понял. Понял, выезжаю. Славянские они как бы все делают нормально. Нормально делают? Нормально. Выехал, сейчас найду ее. Камень у меня в руке, если что. Так, рядом с ней другой негр. Ну ладно, поговорим. Все время бегаете к речке, чтобы пополнить запас воды. Очень утомительно. Однажды, когда я дремала, я вдруг услышал шум воды под землей. Интересно, можно ли как-то добраться до нее? Да, действительно, никак, наверное. Требуем предметы. Хорошо. Вся вода хочет, чтобы добраться более удобно. А, подземный источник. А может быть, с этой идеей у вас недостаточно ресурсов. Ну, может быть, позже. Да, обсуди это позже. К нашему огороду подойди, полей его тоже, там у меня кончилась вода. Так. Так, хорошо. Ну что ж, мужская работа пошла добывать камни. Может,
Так, ну ко мне, наверное, теперь хватит. Иду опять к воде. После к бабе, а не к воде. А, внимание, птицы летали. А минуточку, а что теперь? А вот. Обсуждать идею. Да, исследовать. Если мы будем копать, то, возможно, когда-нибудь доберемся до воды. Но куда ее набрать, чтобы не утекла? Ты чё? Вода уже работает над идеей. То есть пока нельзя развить, наверное, да, идею. Или можно? Я все еще занимаюсь исследованиями. Выпей ромашкового чая, успокойся и возвращайся через день. Да я спокоен, я как бы не психую. Камень в руке так, для надежности. Все получается, на сегодня с заданиями покончено. Ну, просто NPC еще поговорить каким-нибудь, но пока вроде все. Пока что... Хорошо. Вроде... Все. Ну, правда, мне про Оку говорят, что она работает над идеей. Да, знакомиться с идеей. Уже дал ресурс. Разговаривать с членами клана, пытаясь воссоздать из отрывков старинного предания о животных. Осталось один день исследования, понял. Значит, только добывать что-то осталось. А, вот для чего же сундук нужен, чтобы, так сказать, карманы подосвободить. Но это тоже по-нашему, по-старославянскому. Не все же таскать в карманах. Так, ладно, энергетический баланс в природе сил моих. Что это? Изучить. Солнечная сушилка. Выбор предметов. Рыбку можно зафигарить. 4 часа осталось. Нормально. Так, где там подношение-то? А, вот оно рядом. Поднесем этой бучи, ой, то есть пучи. Что ей там надо? Или не надо? А почему волокна нельзя? Странно. Это везде встречается, типа. Идем поэтому. Много камней. По сути... А, нет, еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть дерева. Ну, все. Я думаю, будет достаточно. Так... Джин, ничего себе. Если мы хотим процветать, нужно, чтобы каждый приложил к этому руку. Согласен, Джин. Обменять, что-то обменять можно. 500 рук можно за большой пояс. 8000 рук за костюм с Миладона. Ничего себе, руки здесь в ходу. Буду по ночам придется отрывать. У обитателей Пли. Так, мне тоже бывает трудно выбрать. Да, согласен. Ночью встретимся. Так, Ока. Если какие-то животные будут тебя беспокоить, скажи мне, я с ними поговорю. Ну да, да, да. Конечно. Кто после этого больной? Так, с тобой я уже говорил. С тобой тоже беседовали. А, с тобой тоже. И с тобой... Ты хочешь, беседовал со всеми уже? С тобой беседовали? Да, так, у нифига себе причесон. А, минуточку, камешек. Ну да. Понял. Хорошо. Вот это по-доброму, по-славянски. По-мужскому, это сказать, без всякой это ваш. Так, это еще не выросло. Нормально. Так. Как там карту открыть? Мэпа. Мэ.
Передвигание нельзя передвигаться. Печально, печально. А, уже скоро темнеть будет. Ну, значит, надо идти спать. Как говорится, утро вечером мудренее. Так, ты приготовилась? Чё, нет, надо подождать тогда. Есть, показывает NPC, с которым можно завести отношения. Интересно. Ничего себе. О, готовая. Сушеная рыба дикого. Баранька. Блин, жаль, с окой нельзя, походу. Ой, блин, уже ночь. Охуеть. Да спать. Погнали. Дед, ты что не спишь? Пошел нахуй, дед. Славился. Он там, наверное, в мобиле зависает. Какой мобиле? В кострище? Да, ну это местная мобила. И сколько рук мы заработали? Да уж. Долго нам, видать, там предметы за 8000 рук. Ну, я думаю, смотря какой мы дойдем к куйму. Думаю, за самые обычные камни и так далее, мало. Мелководье, фреру тяжелое, что-то там тяжело и так далее. Так, 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 так. Где тут? А где тут смотреть по персоподу персонажей? Дымовые сигналы какие-то. А, вот, это задание. Феру тяжело с таким тотемом найти на карте. Где ты, Феру? А, вон внизу. Так. Ага. Так, иди давай сюда. И даже затем, я люблю рыбалку, но клан вряд ли будет полагаться только на меня. Можешь мне помочь? Поймай и отдай в общий котел 3 рыбины. Мне это очень помогло бы. Конечно, братуха. Обращайся. Так, с тобой говорили. Понятненько. Что там на джет меня еще хотят? Мелководье. Ну, это я знаю, рыбу принести. А, по поводу воды еще. Сейчас я к ней зайду к воде. Сейчас я к этой воде зайду. На чай. Чай она любит. По ней видно. А где она? Я найти не могу в доме. На карте глянь. Там славянскими буквами. Она в доме. Может, спит? Ну, по карте она в доме. Кровати все свободны. Ну, значит, прятки играет, походу. Любишь, когда тебя женщина прячется? Ебанутый? Нет, только надо, хватит. На славянском, добром, так сказать, физическом адеквате. Я за спорт. Идея хорошо. Вода, считаю, сообщает завершение разработки идеи. Нормально. Ничего себе. Так. А, да. А, вот ты имеешь в виду, да? Почанцы. Какие-то цветы. Можно завести отношения. Серьезно, прям пишут. Можно искать здесь растущие растения опять. Это хорошо. Это мы умеем. Ну как умеем. Так.
Нормально умеем. Да, с животинами тут что-то не то. Людей они не боятся. Земледелие. Собирайте созревшие дикие растения, чтобы добыть их семена. Расчищайте поля с помощью топорика и потом обрабатывайте почву. Подготавливайте ее к посеву. Выберите семя из мешка с семенами, посадите его на любой участок обработанной почвы. Твою мать, до свидания. Дай кабан пройти. С грибом на башке бегу. У да? меня правое колено ноет. Верный знак того, что на ходу будет дождь в игре завтра. Да. Но это не точно. Настоящий славянин, Дункан Маклауд, все еще не... Бегу со всех ног, родненькой. Плохо бежишь. Да. Пока ноги просто не разработанные. Ничего, мы тебе разработаем кое-что другое. Руки тоже надо разработать будет, это само собой. Тут тоже спорят-то. Ой, кажется, я выше пробежал. Точно. Вот наша хибарка-то. Ой. Поспали. Рук немного, но это понятно пока только. Начало, так, начало. Подожди, за каждую рыбу дают сколько примерно? По 19. Этих рук, походу. Вообще. Это да. Это да. Я бы сказал, что это нет, но это да. Нет. Это да. Пещеры вас манят. Наполнять загадочной энергией. Ух, что тут же такое начинает твориться-то, но не по-нашему, не по-славянскому. Корни ушли в землю. Неадекватные. Все. Ну что ж, на этом мы, на самом деле, думаю, на сегодня-то и закончим наш славянский забег в эту великолепную игру. О, реально дождь фигачит. Нормально. Колодец! Ёперный тиватор. Да, я его поставил тут. Это что, так быстро вода там набросала? Нормально ты, конечно, на поле. Полевой колодец. Что ж, а вам, так сказать, славянского счастья, друзья, радости и детишек побольше, так сказать, в вашем Славянграде, чтоб попы ваши не ширились на всяком там вине и прочем дерьме. Пейте, так сказать, воду. Где видите, там и пейте. В том числе.
этом, так сказать, духу вам храброго и в руки вам силушку. До свидалово.